На территории нового детского сада в Кубинке высадили деревья в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы». Провели ее как день памяти погибшим бойцам в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие секретарь Одинцовского отделения «Единой России», глава городского округа Андрей Иванов и местные активисты-единороссы. Партийцы присоединились к мероприятию в рамках реализации проектов «Чистый лес» и «Чистая страна».